В Чувашии реализуются 11 национальных проектов, 9 из которых доработали в соответствии с майскими указами президента России Владимира Путина. Сегодня их паспорта утвердили на заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности. В этом году в республике появится центр «Мой бизнес». Предприниматели смогут получить услуги по принципу одного окна. Это один из примеров, как реализуется в регионе национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Другое направление – льготное финансирование малого и среднего бизнеса. Получит дальнейшее развитие гарантийная и кредитная поддержка, увеличится количество выданных микрозаймов в среднем на 36%. Но также будет предоставлена субсидия на развитие микрокредитной компании агентства по поддержке малого и среднего предпринимательства. Экспорт АПК за 3 месяца этого года вырос на 5,3%. Это один из показателей другого нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году планируется нарастить объемы производства мяса и мясопродуктов на 20%, до 100 тысяч тонн в год, молока и молочных продуктов на 30%, до 263 тысяч тонн, кондитерских изделий на 20% и достичь 82 тысячи тонн, увеличить на 10% производство мукомольно-крупяных изделий, напитков алкогольных, безалкогольных. В принципе, со всеми предприятиями, с кем работаем, основными предприятиями, все объемы согласованы. Увеличить объем промышленного экспорта и достичь цифры 326 миллионов долларов в год. Сейчас формируется список организаций, которые начнут реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Участниками проекта «Производительность труда и поддержка занятости» к 2024 году должны стать 60 предприятий, повысить квалификацию – 1000 работников. 89 уже проходят переобучение. По остальным проектам в других сферах также внесли уточнения. В ближайшие годы предстоит большой объем работ, все целевые показатели должны быть достигнуты, подчеркнул глава региона. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.